И вот теперь, так и сделав то, что хотел сделать еще перед началом предыдущей серии, а именно, подольше отдохнув и обмозговав все то, что происходит, наступило то самое мгновение, где мы начинаем нашу третью серию. Если это, конечно, третья. Ну что ж, мы попали в наш ледяной мир. Давайте же, если в нашей довольно легенькой одежде тут не окочуримся, соберем нужные нам материалы. А именно один. Это ключ, благодаря которому мы сможем запечатать местного демона, который вселился во все технологии человечества. Ну или, по крайней мере, во все технологии на базе, которая исследует все вот это. Message for Dr. Henrik Anderson. Dr. Brian Roberts, Niflheim Operations Supervisor. Minor progress report on Niflheim Outpost N502. Construction is moving along according to schedule. Procedures after the complete destruction of N498 are implemented and seems to be working. Building is strictly held to crevices. The amount of noise is held to a minimum, and outposts are working 24/7 to avoid the attention of the natives. However, the morale is very strained after the 48 casualties at N498. Worst of all are the sounds of the natives. It travels for miles through the infinite night and fog in this dead landscape. It just chills you to the core. Ну, я понял, о чем вы. А можно узнать конкретнее, что вы имеете в виду под местными жителями? Кто они, как выглядят, на что способны? Дружелюбны ли они? Хотя мне кажется, что совсем нет. Но вдруг... Все может быть. Так, это те самые великаны бродят, судя по огромным шагам. Ужас. И я, бедная девушка, пришла в этот... Сами понимаете, тут просто нет слов. Одно великолепие — наслаждаться этим прекрасным великаном. Лишь самое главное, надо надеяться на то, что он нас не раздавит своими прекрасными конечностями. Я так понял, люди и тут успели нормально обжиться, понастраивать все, что хотели. Но, как мы видим, долго все это не прослужило. Интересно, зачем искать другой путь, если можно вернуться обратно, ну, так мы пришли? Или там нас завалило и, соответственно, обратно уже не попасть? Это имелось в виду? Или же нет? Здравствуйте.
что вы нам интересного предложите? Здравствуйте. Бедный мужичок, соболезную ему. Что ж, полезли. Неужели все умерли? Никого не осталось? Все люди исчезли, теперь здесь только мы и то, что находится здесь. Хорошая перспектива. Мама дорогая. Тихо. Мы живы, и это главное. Спасибо. В смысле? Это и был ключ? Череп? Ага. Рука отсканирована. Ну, в принципе, не страшно. Просто зверски любопытно. Еще капсула. Так, нам было сказано, что мы помимо того, что собираем капсулы, можем еще открывать оружие. Я правильно понял? Но что-то я пока ни намека на оружие не вижу. И это меня сильно тревожит. Так, троечки у меня нет, но я могу взломать. Спасибо. Я надеюсь, не зря это сделал. Блин, опять ради коллекционки. Так, 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 так. Ну, что ж поделать. В принципе, мы можем спуститься и подзарядиться, почему бы и нет. Мы тут, по сути, больше ничего и не можем, поэтому остается только сделать это. Так, 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 бегом, 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 бегом. Спасибо.
Остался еще живой кто? Ребята. Блин, не хочу спускаться на лифте, потому что есть такая чуйка, что я больше не поднимусь наверх. Кто его знает, правильно я сейчас поступаю или нет. Но раз я могу разблокировать, то почему бы и не разблокировать? Тут самое главное постараться не пропускать детали, потому что в деталях ключ к нашему выживанию в этом мире, да и в других, которые мы тут посетим ради того, чтобы найти способ уничтожить местного демона, который вторгся в наш мир. Медленно, но уверенно. Тихо, 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 тихо. Серьезно? Ладно. Немножко не доехали. Буквально капельку. Хватит издавать эти страшные звуки. Давайте жить дружно. Упс. Я умер, или так и должно быть? Что произошло? Где я оказался? По-видимому, тут ничего полезного для нас нет. Так. Ну, допустим. Ничего себе. Ты тяжеленький, однако. Иху! Портал домой открыт. Ей! Значит, все-таки мы умерли, да? Так. Ай! Не успел спрятаться. Я уже понял, надо прятаться. То есть получается, каждый раз, когда мы умираем, мы попадаем вот сюда, и нам нужно будет найти шарики, чтобы возродиться. Интересная схема. Так, значит, этого ледяного великана, который нас замораживает, надо бегом ныкаться под этими огромными ящиками. Но шарики эти прям капец тяжелые. Тут не поспоришь. Сразу показываю, что нелегко вернуться к жизни обратно. То есть, получается, если мы умрем здесь, то уже умрем окончательно. Я правильно понял? Класс.
тупик. Пошел в жопу. Дай мне вернуться в мир живых, сволочь. Домой. Ну, в своем роде. Так, бегом. Так, надо понять, как этот великан работает. То, что нас замораживает, это понятно. Ага. То есть не попадать на свет. Я правильно понимаю? Где же у нас новое место, где мы можем заныкаться от его взгляда? Я такого места пока не вижу. Так, оттуда мы вон спустились. Ага. И получается, мне нужно куда? Вон туда, к лестнице той. Бегом. Это я вам скажу, было интересно. Так, но так, только на меня не смотри, пожалуйста. Я просто хочу активировать вот это вот. Ага, это была плохой идеей. Ладно, тут больше мы ничего не делаем, валим. Валим, просто валим. О, привет, портал. Так, пора валить с этого места. Ничего вроде бы нет. Так, приятно было познакомиться. Спасибо за ключ. Пока. И вновь добро пожаловать в мир людей. Is that you? Oh, thank God. You made it back alive. As soon as we lost connection, I thought. I can see you on a camera feed. Ahead of you, in Absolov Research, there's an elevator that you can take to me on floor B1. I've marked the elevator so you can find it with your sight. There's probably a lot of things to explore in Absolov Research, but don't stay for too long. Don't insert the key into the tablet until I've analyzed it. Please hurry. Понял. Раньше времени ключ не впихивать. Как скажешь. Мне-то что? Я лишь только надеюсь на то, что ты не предашь нас и сделаешь все, что нужно для того, чтобы все было хорошо. Так.
Так, а можно конкретику узнать про вот эти вот штуки, с помощью которых мы сохраняемся? Ну, видимо, нет. Ладно, но сохраниться все равно можно, поэтому сохранимся. Погнали. Сейчас самое главное ни на кого не нарваться. Метка уже отсканирована. Спасибо. Так, куда я на этот раз попал? И что интересного меня тут ждет? Или не ждет? Сюда зря пошел. Мне кажется, что таки да. Но если мы снова найдем какую-нибудь коллекционку, то в принципе. Так, отдел извлечения абсолютов. Мы пришли куда надо. Вопрос. Тогда что было бы, если мы пошли в другую сторону? Блин, так интересно все изучать, хотя тут, если честно, мир пустенький. Мы тут просто бегаем, все исследуем, но по факту... По факту оно все, в принципе, ни о чем. Но все равно. Ну вот. Mythology Research, Note 4, with Dr. Henrik Andersen. And my lovely wife. Dr. Sarah Anderson. The power of the hammer of the god is on a whole other level than anything discovered before. The hammer is powering the entire facility, and it's more stable than anything else of this strength. Even the power cells charged with it has a huge amount of power. We've decided to call the power Atrium, after the creator of the hammer. Not only does Atrium have the attributes described by Henrik, it also has a lot of magical potential. I don't know how to describe the phenomena scientifically, but Atrium has a terrifying effect on certain creatures from the myth that are affiliated with darkness. When it was wielded by Thor, it must have had an enormous destructive capacity. No wonder the gods are described as feared by everyone in the Nine Realms. Увидели бы они, каким стал Тор в последнем фильме, они бы уже его не боялись. Так, ладно. Это такое было тонкое лирическое отступление. Не знаю, удачное ли, но неважно. Так, самое главное, что я бежал совершенно в другое место, которое хотел посмотреть, но в итоге забежал сюда. И не зря. Как я уже сказал, тут довольно пустое пространство, особо ничего не происходит. Но если хочешь все поисследовать, то, конечно, придется тут везде побывать. Ну, в принципе, если мы можем, то почему бы и нет? А нет, все-таки я попал туда, куда хотел. Да? Да? Да-да-да, все правильно. Я отсюда побежал туда, а пришел я оттуда. Поэтому, в принципе, все. Можно смело возвращаться обратно. И вот обидно бывает, что ты вот думаешь, что есть у тебя два пути, куда пойти. Один путь ведет тебя, соответственно, к продолжению твоих приключений. Второй путь ведет тебя просто к какому-либо бонусу. И вот куда пойти... Ты не знаешь, пойдешь туда, пропустишь что, пойдешь туда, обрадуешься, что пошел туда, и пойдешь в следующий раз, куда нужно. Но вот когда есть такие моменты, когда ты пошел туда, понимаешь, ага, значит надо вернуться обратно, а обратно вернуться уже не дают, и ты не знаешь, что будет там, куда бы ты мог пойти, но не сможешь уже, то это, конечно, обидно.
Хотя, ладно, что-то я начал немножко ныть. Просто тут так слишком пусто, что хочется поболтать хоть о чем-нибудь, дабы скрасить всю эту пустоту, которую тут мы сейчас лицезреем. Mythology research, note 5. There are many gods from the myths, which seem to have ties to the things we are retrieving from the other worlds. We have items from Odin, the Allfather, and his son Thor, the god of lightning. We have also found proof of the existence of the immortal Baldur and Freya, the goddess of fertility. And we have some leads on Hel, the goddess of death. Mimir, the keeper of the Well of Wisdom, and Loki, the god of mischief. But that one worries me a bit. Ну, кто бы сомневался. Локи беспокоит всех, даже богов. Так. А, то мне показалось, какая-то блестяшка. Так, в какой мир мне надо теперь отправиться за следующим ключом? Если вы наблюдаете так же, как и я, мелкие поддергивания и такие небольшие фрезы, тут уж ничего не поделаешь, это так подгружается данная игра, вследствие чего и мы видим такие скачки FPS. Но как только все стабилизируется, все, как мы видим, идет нормально. Здравствуйте. Это, я так понял, и есть то самое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть раз, два, три. Нам нужно всего лишь только три ключа найти. И все. Сейчас нам сказали их не пихать. Ну, окей. Не пихать, так не пихать. Не особо-то и хотелось. В принципе, то. Интересно, нужно мне ли тебя взламывать? Или лучше подождать, пока у меня будет твой символ, чтобы сюда просто войти? Тем более, ты крутишься так быстро, что могу и не попасть. Серьезно, с третьей попытки только. Ладно. Сейчас мы убедимся, стоило ли это того. Если нет, то больше такого делать не будем. Лучше уж подождать, пока сможем. Ведь нам ясно дали понять, что то, что мы сейчас собираем, надо копить, дабы оно нам пригодилось в нашем основном приключении. А сейчас получается, что... Я сюда пришел тупо зря. Тут ничего нет. Полезного для нас тут нет ничего. Спрашивается, зачем я здесь? Да. Так, ну у меня есть 11 зарядов, но пока мы их трогать, разумеется, не будем. Ну, конечно, было обидно. Что все, что мы тут сделали, сделали зря. Не подобрать, не использовать...
класс. Абсолютно бесполезный взлом. Так, погоди. А, это снова ты скачешь. О, хорошо. О, наши друзья, я понял. Куда же без вас? Так, это у нас четверочка. Угу. Нам было сказано топать к нему в зону B1. Так, B1, но в B1 мы не попадаем. Или попадаем. Так, в пятую зону нет. Отдел изучения апсулов, выход на поверхность. Мы можем выйти на поверхность? Вау. Только единственный вопрос. А оно нам надо? Пятая зона. Вообще закрытая зона. Это тот самый лифт, который мы уже вызывали. Первый этаж, второй этаж. Понятно. Так, хорошо, что еще? Так, троечка. Троечки же у меня нету, да? Нет, не буду тебя взламывать. Хотя... Ах, нет, нет. Лучше дождусь, пока руку отсканирую. Ведь сюда мы еще не раз будем попадать. По крайней мере, я так думаю. Conversations among the crew are turning into fanatic gibberish. They're talking about higher beings from beyond the roots, about eternal life and ascension through the knowledge of the spirit in the machine. I fear what might come out of this. Ну, лучше и не думать. Просто наблюдай. Аж восьмая. Аж восьмая, это жестко. Так, 5, 5, 7. 6, 8. Что это уже у нас за очередные пароли? Так, это все интересно, конечно, но увы. Не будем ничего ломать, просто уходим. Хотя мне кажется, что лучше бы я поднимался не здесь, а в другом месте, но это уже такое. Туда нам смысла идти нет. Дабы получать людей. Так, то седьмая зона. Опять третья. Короче, надо просто отправляться в новый мир и искать новую руку. Ну и, соответственно, ключ. Четверочка. Так, ну погнали. Нам было сказано топать в зону B1. Ну давай топать в зону B1. Ей. Я даже испугаться не успел. Я только удивился, каким макаром эта псина так тихо к нам подобралась. Интересно, а если бы я сейчас нажал выход на поверхность? Оно сильно надо? Наверное, нет.
Ладно. Ау, бро, ты тут? Ты же сказал, что будешь меня здесь ожидать. Так, за сохранение спасибо. Я им сейчас немедленно воспользуюсь. Пароль не знаю, поэтому сюда соваться тоже бессмысленно. Так, схема сработает, что чем глубже ты всматриваешься в бездну, тем глубже она всматривается в тебя. Это мы еще сможем проверить. Ну а пока, судя по всему, время у нас тут летит довольно быстро. Посему давайте вновь же передохнем и через мгновение вернемся.